Итак, конкурс. На самый интересный ответ на вопрос, кем бы был Паша DJ 108, если бы не связал свою жизнь с музыкой. И самое главное, почему автор самого интересного ответа получит диск, подписанный Пашей, и наклейку Speak to Bash. Yep. Это же не песня, а хип-хоп, твою мать. Это алкогольный рэп, это наш рэп. Это алкогольный рэп, это наш хип-хоп.